Привет, Дух. Как твои дела? Меня зовут Макс Саныч, и я представляю твоему вниманию свой жизненный путь. В книге собраны все мои ошибки и падения, но несмотря на все, я придерживаюсь своего пути. Это путь воина без страха и мусора в голове. Я, как бывший веб-менеджер моего товарища, рекомендую своего бывшего знакомого как профессионала в сайтостроении. Адрес странички ВКонтакте 3160 5878. Итак, книга. Название книги: «Беседы современной молодежи. Проверено на практике. Лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на просторах интернета». Немножко примечания. Для не совсем непонятливых баранов объясняю. Эти разговоры велись по скайпу. И Саня мне сам говорил, что хотел бы, чтобы и о нем была инфа в книге. Так что Саня не против, чтобы о нем написали книгу. Ну, книгу я о нем, конечно, написать вряд ли смогу. Но в своей книге вот наши с ним беседы по скайпу, да. Итак, рассказ номер 6. «Вилка через вилка на дороге» или «Философский камень». Это произошло в скайпе 3 ноября 2013 года. Ого, сколько лет? 5 лет прошло уже. Я буду говорить своим голосом, Саня будет говорить вот таким голосом. Итак, поехали. Я. Привет! Саня. Привет! Избавиться от ненужного предприятия с долгами. Доверься профессионалам. Быстрая ликвидация без риска дополнительных платежей за 2 дня. 4998 гривен. Без скрытых платежей. Закрытие компании путем перерегистрации на иностранного гражданина. 12 тысяч гривен с оформлением акта приема-передачи учредительных и налоговых документов. Избавление от балласта ненужной фирмы путем банкротства. Цены удивят, на почту пришло. Я так понимаю, что могут так у нас избавляться от неугодных фирм. Могут. Блин, руки до сих пор трясутся, блин. И болят с непривычки, ну да, конечно. Отправил, класс, глянь. Не сейчас, устал, скоро спать пойду. Сейчас с торрентов закачиваю комедию. А что за комедия? А, это с переводом на русский? Ого, короче, всю ночь качать будет. Да не. Есть там перевод. Не скачает сегодня, значит завтра. Но фильм стоящий. Посмотри я мозголову пока и спать. Давай. А ты смотрел фильм «Вилка»? Я смеялся весь фильм. Нет, гляну. Давно такого позитива не смотрел. Если есть, кинь в скайп. Нет, стер уже. Это так, на один просмотр. Тогда полное название дай. «Вилка на дороге». «Вилка на дороге» или «Развилка на дороге»? Блин, найти его не могу. «Вилка». Ты ешь вилкой? Окей.